Там, может, еще и пенальти тогда? Раз такое дело. Нет? Ну, я не знаю. Единственное, что нам остается в какой-нибудь онлайн-трансляции дождаться. Вот это уже идет судья, показывает ему карточку, да? Ну, ты что-то сказал, Хитц. Явно что-то сказал, причем, вероятно, как раз главному арбитру. Ну что, Войсбург остается в десятером. В таком разе. Хасебе в воротах и... Но, опять, еще до этого. Еще до этого вспомним, что было. Почему мы, собственно, не видели момента удаления? Потому что все не могли наглядеться вот на этот повтор, как Райан Бабилс в 5 метров бьет выше, да еще и в сторону от пустых ворот. Ну ладно, а Уильямс-то вышел на поле здесь под шумок или нет? Так, мы смотрим теперь на Хасебе в роли вратаря. Дежага. И стеночка с Йонсоном, а вот дальше передача не точная. Лакич искал там на границе штрафной, аж там Дежага. Фермино в офсайде его партнер, это Муссона. Уже чем замену. Так, вот. Хватает быстренько мяч. Хитц вводит его в игру. Ну вот, да. Теперь, по крайней мере, мы восстановили последовательность событий. Хитц хотел как можно быстрее ввести мяч в игру. Ну, это и понятно. Остается 10 минут. Войсбург проигрывает. Только что в контратаке был Хоффенхайм. Ну, в общем, объяснять не надо. Судья увидел, что там второй мяч был на поле. Вот на другом плане мы видели. Там вот как раз на том фланге, с которого он лапы делал передачу. И поэтому попросил вратаря повторить удар от ворот. Как именно отреагировал Хитц, мы не слышали. Ну, видеть не могли, нам его лицо крупным планом не показывали, и поэтому, соответственно, по губам не могли прочитать, но, соответственно, по реакции уже самого арбитра можно догадаться, что там было сказано нечто не очень приятное для самолюбия арбитра. И теперь так можно даже примерно восстановить диалог Магада с Хитцем. Мы наконец забили. Делает это Роберто Фермино. Если бы и этот момент голом не завершился, я уж не знаю. Скоро было тогда Станиславский гнать всю эту линию атаки уж не знаю куда. А ошибки защитников Войсбурга я тоже уже устал комментировать. Сейчас, собственно, не защитники, а Жусуэ мяч подарил сопернику. Ну, смотрите, вот Бек выбивает. Жусуэ тут голевую передачу надо записать, просто-напросто. Технично очень, грудью сбросил мяч Роберто Фермино. Майками они, помните, менялись после первого тайма? Ну, вот. Вот и поиграли вместе. Забыл только в майку Хоффенхайма переодеться в Жусуэ. Фермино уходит с чувством выполненного долга. Вместо него, я так понимаю, появился Уильямс. Да, вот он. Вторая игра Уильямса в составе
Хошенхайма, а до этого играл он за Фрайбург. Ну что ж, дубль сегодня делает Роберто Фирмино, теперь у него 4 мяча, точно так же, как и у Райана Бабера. Они лучшие бомбардиры Хофенхайма. Ну, а вообще Хофенхайм забивает уже 12 мячей. И всего лишь 5 у него пропущенных. Это разность плюс 7. И это второй показатель вообще в лиге после Баварии. Ну, правда, Вербер еще не закончил сегодня свой поединок. Два мяча в меньшинстве Вольфсбург вряд ли отыграет. Я так думаю. И, кстати, Вербер пропустил, играя почти весь матч в меньшинстве, да еще без вратаря основного. Вербер пропустил в середине второго тайма. Вольшайт отличился в составе Нюрнберга. Там пока счет 1-1. Там, правда, с довольно большой задержкой начался второй тайм, поэтому там наверняка матч закончится позже нашего. И окончательный счет я вам не сообщу. Ну, а в встрече Герта Аугсбург тоже ничья, но 2-2. И там еще в районе 5 минут остается. У нас 88-я идет. Еще будет смотреть на оценки, которые выставят игрокам обороны Вольфсбурга такие издания, как Билд, Кикер. Думаю, что Шефер, Рус, ну, Жосуэ как опорный полузащитник. Думаю, что и Трэш за второй тайм, шестерки заслужили вполне. 5,5, это было бы для них большим авансом. И ведь до первого гола, ну это правда сколько было, до 20-й минуты, да, Вольфсбург оборонялся так довольно надежно. Дальше просто рассыпалась команда. Ничего похожего на какой-то внятный футбол. Ну и ладно, мы впереди, они много чего создавали. Ну и сказать, что Шайу Штарти сегодня много выручал. Гол, который Вольфсбург забил, его, собственно, уже хозяева, в свою очередь, для себя придумали, тоже грубейшим образом ошибившись при выполнении искусственного офсайда при стандарте. Вообще совсем смешно. Ну, такая вот у нас сегодня комедия ошибок. Ну что ж, Хофенхайм немножко поправит свою статистику игр с Вольфсбургом в Бундеслиге. Я напомню, что пока только один матч из 6 выигрывали представители деревенской команды, как их называют. Камлапа решил пробить, понимая, что уже компенсированное время идет, и, возможно, ему самому больше отличиться сегодня не удастся. У Млапы должна была быть как минимум голевая передача на счету. Это он вывел тогда на пустые ворота Райана Бабера. Кстати, давайте тогда и всех ассистентов вспомним. На 20-й минуте
Бабел забил в ассистентах у него Брадхейт, а вообще мяч влетел в ворота рикошетом от ноги Марко Руссо, а так летел мимо. Дальше Фермино с Сигурдсоном стеночку разыграл, у Сигурдсона голевой пас, ну а у Фермино блистательный гол, когда он очень изящно, элегантно в штрафной обыграл двух защитников и вратаря, поочередно перебрасывая через них мяч. Ответный гол Вольфсбурга единственный забил Дежага, а в ассистентах у него Манжукич, который, собственно, и бил по воротам, а Дежага добивал. Ну и, наконец, Роберто Фермино, когда он второй свой мяч забивал, и в этом случае ассистировал ему Райан Бада. И вот 3-1. Хасега там сыграл на выходе, как заправский голкипер. Тоже, вот знаете, когда такие ситуации случаются, полевой игрок в ворот становится вместо штатного вратаря. Стараются партнеры обычно, ну, как можно бережнее к нему относиться, не допускать каких-то для него серьезных испытаний. А здесь Хасега там не успел еще там перчатки застегнуть как следует, как выход один на один последовал. Ну, сколько добавил-то в результате Марко Фриц? Там, конечно, была пауза, связанная вот с этим удалением голкипера. А, кстати, тут теперь хочешь не хочешь, а придется Андре Ленцу становиться в ворота, потому что Фриц пропустит, ну, минимум один матч из-за дисквалификации, а то, может, и больше, потому что дисциплинарные наказания, они обычно выносятся отдельно, в каждом конкретном случае. Бенальо по-прежнему травмирован, и, видимо, 37-летний Ленц будет защищать ворота Вольфсбурга в следующем матче, который команда проведет у себя дома против Кайзерслаутерна. Ну, а Хоффенхайму в следующем туре через неделю предстоит выезд в Кёльн. Пока же команда набирает 12 очков, догоняет в таблице Баварию и Вердер, но Вердер вот в эти минуты заканчивает свой матч, а Бавария играет завтра против Шальки. Интереснейшая игра, и я думаю, что все болельщики Бундеслиги ее будут смотреть у нас на НТВ+. Ну, а мы поздравляем Хоффенхайм с этой победой. Четвертый уже в 6 стартовых турах. Это самый удачный старт Хоффенхайма за недолгую историю его выступлений в Бундеслиге. Ну, а Вольфсбургу надо, конечно, пожелать, чтобы как можно тщательнее они работу над ошибками проводили. Потому что то, что во втором тайме сегодня мы видели в исполнении этой команды, это просто кошмар. На этом и прощаюсь. Михаил Мельников вместе с вами смотрел этот матч. Обязательно встретимся еще на играх Бундеслиги. Спасибо за внимание. Счастливо.